дорогие товарищи! Мы сегодня с вами познакомимся с коллекцией «Клады». Она у нас одна из крупнейших, насчитывает более 30 тысяч, 17 кладов. И один из крупнейших кладов – это Тугулымский. Найден он был в 1976 году и насчитывает 12 530 предметов. Этот клад уникален тем, что все эти монеты – это 5 копеек 18 века, начиная с эпохи Елизаветы I, 1758 год, и заканчивая Екатериной II, 1796 год. Клад был найден на усадьбе Марандиных весной при распашке огорода, когда трактор начал снимать первый слой земли. Соседи, вдруг увидев, и также строители рядом стоящие, что оттуда посыпались монеты. Естественно, эта весть быстро обошла всю деревню. Начали производить уже раскопки дальше и обнаружили, что вскрылась яма, обложенная берестой, возможно, это был берестяной короб. И там представлены были монеты 5-копеечные, покрытые слоем зелени, окислой. У них было коррозионное состояние. На них можно увидеть следы холстины. И также мы можем увидеть и какие-то фрагменты бересты на этих монетах. Сейчас представлю часть клада. Клад хранится в сейфе. Каждая монетка находится в конверте. И у каждой монетки мы с вами видим номер монеты, номинал, год представлен. И хочу обратить внимание, что большая часть монет была выпущена на Екатеринбургском монетном дворе. Также представлены такие дворы монетные, как Анинский монетный двор Пермской губернии, Санкт-Петербург, несколько монет Москва, около 2000 монет это Сузунский монетный двор, где сибирские монеты представлены. И из всех этих монет только одна единственная случайно, возможно, попала, это монета 10-копеечная. И мы с вами можем посмотреть, аверс, лицевая сторона, двуглавый орел, надпись 5 копеек, по сторонам хвоста буквы АМ, это Анинский монетный двор. И здесь мы уже на оборотной стороне видим вензель Екатерины II и год 1790. Эта монета уже прошла очистку, реставрацию. Она законсервирована в очень отличном состоянии. Несколько интересных очень версий по поводу этого клада. Почему он был найден, почему он был закопан, этот клад? Возможно, рядом проходил сибирский тракт, обоз. Собранные монеты в округе везли на перечеканку, потому что в 1796 году, после смерти Екатерины II, и до этого была общегосударственная перечеканка монет. Возможно, что напали на этот обоз, и, может быть, пару бочек было украдено и припрятано. Другая версия, что, возможно, это были просто накопления какого-то одного человека, то есть он в течение более 40 лет собирал эти монеты, и припрятаны эти деньги были в деревне Юшково. По рассказам местных жителей, где нашли монеты, раньше там стоял постоялый двор. Есть такие легенды, что когда-то там тоже совершали какие-то нападения на обозы, что-то припрятали. Но эти истории касались более позднего времени, а наши истории уже больше 200 лет. Вы можете посмотреть фрагмент бересты. Мы видим над печатки монет, представлены 5 копеек 1785 года. Причем этого года монеты самое большое количество представлено в нашем кладе. Как хранителю коллекции клада, мне ближе история связана с нападением и с какими-то разбойническими целями припрятывания этого клада. А впоследствии, может быть, либо забыли, либо же побоялись эти деньги уже использовать, и клад остался в земле.